ёбаный ниндзя! Всем привет, дорогие друзья, с вами Dark Twins. Да, очень давно не выходили ролики по побегу из Таркова у нас на канале, но это все по причине нехватки времени, да и ничего такого прям супер-пупер нового, что-то супер особенного не выходило. Есть только планы, есть какие-то наброски, есть какие-то новости. Альфа дальше продолжается онлайн, так что... Если среди вас смотрящих есть тестеры, которые не нашли себе еще компанию, с кем выйти в Тарков, милости просим в нашу группу ВКонтакте. Ребята играют, катают. Я, правда, с ними очень редко бываю. Был один раз, так что это очень-очень редко. Но ребята играют, у меня брат играет. В общем, все супер. Ссылочку на группу я, конечно же, оставлю в описании. Так что, ребят, давайте присоединяйтесь, будет очень весело. Ребята грамотные, добрые, все подскажут, все расскажут для тех, кто... чего-либо не знает. А дальше будет информация для тех, кому интересен проект, так как Тарков эта игра явно не для всех. Так что хейтерочек, который зашел написать, что игра говно, скорее своими шаловливыми ручками набирать тех, что игра говно, что можно купить Hi-Red Ops и поиграть бесплатно практически за минимальные денежки, ставь дизлайк и проваливай на все четыре стороны. Год подходит уже к концу. Дело в том, что с выходом закрытой беты или открытой беты разработчики уже вряд ли успеют, так как с выходом нового патча, который привнес онлайн, для Таркова очень много лагов, багов, несостыковок. Все это убирается, все это тестится, все отправляется, выходят обновки. Все это заметно, конечно, улучшается. Я захожу, все это проверяю, конечно, да. Работа идет, работа не стоит. Также разработчики дают очень много интервью, так как проектом очень много интересуются. Очень много интересных нововведений с каждым разом они озвучивают. Просто интересно посмотреть, как это будет все реализовано. Одно из очень интересных вещей, думаю, люди, которые тестят игру, со мной согласятся. Я, допустим, все время, ну не все время, скажу, наверное, процентов 80 из того времени, что я играл, я попадался там в ночь. Дождь мне, правда, еще пока ни разу не попался. Я, правда, очень мало играю. Дело в том, что разработчики собирают, ну, объясняют так. Попалась мне эта информация, это вычитал от разработчиков. Сейчас на момент записи видео я не смог отрыть эту инфу. На всех серверах будет задан наперед на несколько месяцев задана погода. То есть определенные условия, и у торговца можно будет купить прогноз погоды. Вот так. То есть ты сможешь по времени определять, когда собраться отрядом, пойти в рейд, посмотреть, когда тебе удобнее, опять же, как совпадает с часовыми поясами. Мне кажется, это нововведение очень и очень классное. Также из нововведений... Я даже не знаю, как это объяснить из нововведений, но по планам. У них рассчитано, уже имеется список оружия, которое они планируют ввести в окончательную версию игры. Это более 100 единиц реально существующего оружия. Плюс на каждое будет, как люди, которые играют, не знают, сколько там всяких примочек, навесов, переходников всяких. Все это реально существует, все это они смотрят. Сейчас они это говорят, что их просто не остановить, когда они вошли в раш. Все, говорят, здравый смысл у нас уже не работает. Мы пихаем, планируем. Вот мне попались фотографии Магнума, которого сейчас пока вроде нет. По крайней мере, мне он не попадался. На момент записи ролика я дня два уже в Таркове не был. Может, уже и появился. Ну, вот картинка. Также из нововведений... собираются ввести складные приклады. То есть, чтобы оружие, как и в реале, оно становится мобильнее, если приклад складываешь. И вот оно, получается, будет занимать меньше места у нас в рюкзаке. Так как в рюкзаках места, если честно, не всегда много хватает. Особенно, если идешь с товарищем в рейд. Его прикончили, ты начинаешь самые ценные вещи с него снимать и уже пытаешься как бы не то, чтобы что-то найти, а пытаешься хотя бы выйти с его вещами, с локации. Вот. А также попались фотографии, это не локация, это такая же вещь, как на карте таможня общага, это отель.
Все комнаты будут открыты, во все комнаты можно будет зайти. Уже хочется посмотреть, правда, эту локацию именно в том виде, каком она будет в игре. Также мы все видели Tarkov City, который большой, где многоэтажки. Также разработчики обещают, что во все комнаты можно будет войти. То есть рейд одного участка, одной карты, одной локации будет занимать вообще очень много времени. Либо время будет ограничено, и тогда будет приходиться по нескольку раз заходить, чтобы все проверить. А, кстати, что касаемо сравнения Tarkov с Hired Ops. Да, вселенная одна. Это Россия 2028, это Tarkov, это окрестности Таркова. Но графика, механика, цель игры совсем разные. Насчет разработчиков, там кто является гендиректором, кто там главным, фиглавным, этим я заниматься даже не собираюсь. А ребята, которые играют в Tarkov в Альфе и приобрели Hired Ops, со стопроцентной уверенностью мне сказали, что это две совершенно разные игры. Что Hired Ops — это как бы такая стрелялочка, типа КС, типа батлы, не знаю, просто в мультиплеере побегать, постреляться. Tarkov более качественный, более глубокий, более детализированный, более интересный и более атмосферный, опять же. И скажу так, что эта игра не для всех. Те, кто кричат, что это там не то, не то, не то, это, ребят, скорее всего, не ваша игра. А тем, кому она интересна, кто любит, ищет хардкор и компанию, милости просим, опять же повторяюсь, нашу группу ВКонтакте, отряда. Ссылку, конечно, оставляю в описании. Жду и хочу провести как бы опрос, взять интервью у ребят, которые находятся в отряде, с их отзывами вообще, что они считают плюсами, минусами. Пускай дадут оценку, потому что я понимаю, слушать меня, я могу там, может, мне и реально заплатили, не буду ничего говорить. Ладно, суть не в этом. Просто, что очень широкий контингент. Есть ребята, которые играют и помладше меня, есть те, кто и постарше. Просто, чтобы... Я не говорил я все с одной плоскости, чтобы не считали то, что там может, как человек может потратить 5000 рублей и не хвалить игру. К игре отношусь, конечно, с долей скептицизма и в то же время легкого восхищения. Ладно, это лично мое мнение. В общем, если хотите послушать мнение альфа-тестеров, просто без всяких там, я не буду вдаваться во всякие механики, рассказы, а просто вот их отношения, их ощущения, как, ставьте лайк, пишите комменты, и в ближайшее время я это собираюсь все провернуть, сделать все для вас, если вам это, конечно, интересно. А так, ожидаем, будут какие-то грандиозные новости, обязательно сделаю ролик, потому что пилить ролики по всяким пустякам мне не хочется, а мы, как уже знаем, затишье всегда у Battle State перед чем-то интересным. В прошлый раз это нам дали и онлайн, и дали пушки, вещи, и вообще много всего. А что же будет в этот раз? Посмотрим. А с вами, ребят, были Dark Twins. Давайте вступайте в наш отряд. Будем рады. Всем спасибо. Всем пока.